Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакции. Pineapple Pizza Lover опять написал, чтобы я посмотрел, сделал точнее реакцию на трек группы Avoid, или Avoid. Называется он Bored. Это та самая группа, я, кстати, ее сейчас вспомнил, я делал на нее реакцию, да, каких-то чуваков прикольных, которые там угорали, опять же, на пост-хардкором, что-то там прыгали на месте и бегали на месте. Вот, это было достаточно весело, так что заценим, что будет тут. Будет ли тут тоже веселый какой-нибудь клипак или же что-то более серьезное, не знаю. Я вот с того момента их ни разу не слушал, если что, поэтому давай сейчас заценим, как бы если будет круто, то можно, в принципе, потом и послушать. Вот, ну, короче, го. Avoid show. Stare way too long at the ceiling. Stuck like a fly on the wall. Stare way too long on the feeling. I wish I had someone to call. I'm so ну, прям альтметальчик пошел-то. Халя, какой стиль идет. Слушайте, а я в той реакции говорил, что он похож на Славу из Кореи. Прям что-то есть от Славы из Кореи в нем. Блин, ну это хорошо прям. Как атмосферненько достаточно. Ну это с нашим любимым вайбом Deftones немножечко есть вот в этом моменте, но в целом это немножко другое, но мне нравится вайб. Это, кстати, вот, блин, я не знаю, вы сейчас поймете, наверное, не поймете, но вот в этом клипе с таким треком, вот это мой летний вайб. Вот именно такое лето у меня обычно происходит, типа, не вот это солнечное, веселое, а вот именно прямо такое душное, блин, когда ты выходишь с сиги, куда ты идешь, что-то орешь, вот это тупо я, литерали. Вот. Короче, не знаю, вот это прям реально летний клип для меня. Ну, блин, трек очень крутой, кстати, прям офигеть. Ладно, окей, вот после этого трека я хочу их послушать. Потому что вот этот трек мне супер понравился. Так, ну что, мы смотрели клип, послушали трек Bored от группы Avoid. Блин, чего у меня за говнюшка на этом? Сорян. Pineapple Pizza Lover, огромное спасибо. Вот это прям охренейка хорошо было. Вот это я сейчас так забалдел, это прям супер. Ты два балдежа подряд кидаешь, честно говоря. Если оно сейчас опять же все выйдет, то вы увидите. Он два. Я не знаю, может, сейчас ты и третий что-то закинешь. Это я еще пока не видел. Но вот это прям супер. Это прям супер, это прям очень мне понравилось. Говорю, во-первых, этот вайб. Вот именно вот такой летний, не солнечный, а вот такой немножко душненький, немножко вот этого, не знаю, как же передать. Но вот как вот в этом клипе было, вот такой вот летний вайб у меня лично. Как бы. Ну, при этом я считаю именно прикольным вот этим летним вайбом его. То есть вот именно когда солнце в глаза светит, мне вот как-то не особо нравится. А вот такое прикольно, прикольно. Но трек офигительный, трек мега офигительный, даже не потому, что он немножечко из Deftones вот этого кора, да, а потому, что вот он прям очень, очень балдежный, он очень такой прям, ну, во-первых, он хорошо звучит, вокалист там наорал, например, накричал хорошо, напел, и прям как-то вот все там, все там на месте, не знаю, еще с вайбами, опять же, нулевых, как я люблю, супер, короче, прям балдеж, прям вообще отличный. Так что еще раз огромное спасибо. Я не знаю, это как бы будет маленькая реакция, просто реально я забалдел, мне даже сказать больше нечего. Ну, как бы все, спасибо всем за просмотр реакции, очень писание нравится, сами все знаете. Но вот это хорошо, это, вот после этого трека я реально хотел их послушать. Потому что тот клип, он такой, типа, кековый был, наверное, больше с треком. А вот это, да, это более серьезно и более такое,
интересное, так что обязательно не заценим теперь. Да. Все, я пойду. Пока.